Так, коты наглеют просто в край. Это Ниблера место на диване, на веранде. Такая посидела, посидела на перилках, спрыгнула, пришла. Блин, у меня сейчас гречка там сгорит нафиг, потому что тут невозможно оторваться от этого телевизора. Ниблер, значит, по-пластунски, вот так вот прям лежа, пытается подползать ближе к кошке. Черт, я не успела это снять. Кошка забрала место у собаки. Я даже не могу отойти от окна пообедать, потому что это очень интересно. В итоге кошка заняла место собаки. Собака решила отвлечься на резиновую свинью и прищепки. Можно сказать, каждый остался при своем. Что это собаки после этого? Киса, что ты думаешь? Да.